Участники Кубка мира по фристайлу прибыли в Красноярск. Символично, что они прилетели ровно через год после открытия универсиады. 2 марта 2019 года стартовали Всемирные зимние студенческие игры. В честь этого спортсменов сегодня привезли чартерным рейсом на самолете с изображением талисмана зимних игр «Юлайки». Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Красноярске впервые. 7 марта на кластере «Сопка» соревноваться будут «Могулисты», а 8 марта медали разыграют акробаты. У вторых это заключительный этап в сезоне. Всего в стартах поучаствует 130 спортсменов из 15 стран. Среди них есть олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира. К примеру, канадец Микаэль Кингсбери. Такие крупные соревнования с участием именитых фристайлистов стали возможны после Красноярской универсиады 2019, отмечают международные эксперты и организаторы. Объекты зимних игр отвечают мировым требованиям. Возле одного из них, Платинум Арены, через час пройдет праздничный флешмоб, в котором примут участие 150 волонтеров. Встречали они сегодня и спортсменов в аэропорту вместе с Красноярским духовым оркестром. Это очень теплый прием. Конечно же, нас не везде так встречают, но мы очень ценим, когда нас встречают именно так, с такой музыкой. Мы очень рады возвращаться сюда, соревноваться здесь, в России. На самом деле, меня никогда раньше так не встречали. И это на самом деле очень здорово.